Рав Якар, эйзе дриша? А какое требование? Рав Якар, эйзе дриша адам цех лаазот? Какое требование человек должен вознести к Творцу, чтобы его товарищ мог подняться над злым началом? Показать пример. Главное для других, которые еще не чувствуют и не находятся в этом процессе, мы должны показывать им пример. Мы должны посмотреть на себя, как мы растем. Маленький смотрит на большого и повторяет. Он видит, что отец берет молоток и стучит куда-то. Так и ребенок берет какую-нибудь игрушку или деревянный молоточек и делает то же самое. Точно так же и мы. Даже называется обезьянье обучение. Мы таким образом, опираясь на наши инстинкты, можем учиться у больших.